скажете? Ну, это, конечно, не гениально, но в тренде. А я за чистое искусство, свободное от конъюнктуры рынка. Так странно. Ты живешь свою жизнь, думаешь про завтра. И ты не знаешь, что кто-то чужой уже влез в твою жизнь. Все в ней зачеркнул. Какие киллеры? В смысле, я их как тебя видела. Утверждает, что можно познать человека, который был в джипе. Где она? Не пугайтесь, мне просто с вами нужно поговорить. Да пошел ты, слышал? Похоже на одну из его картин. Он ничего не объяснял? Скажите, пожалуйста, а его картины, они очень дорогие? Вы опасный человек, Саша. Видел такое? Что-то пошло не так. Если они убили Андрея, они придут и за тобой. Ясно одно, девка непростая. Ты вечно вляпаешься в какое-нибудь дерьмо. Что не так именно с этой картиной? Интерес к ним очень велик. Русская живопись в тренде. Во что ты его втянул? В чистое искусство. Да, с вами непросто. Зато не скучно.